Нихуя. Готовься, покаяние кинули. Все, да, все, давайте заходим. Заходим за линию все. Заходим все за линию. Давай, пуляй, дергай. Готовься, покаяние сразу. Все, пойдемте к боссу. Тащи его дальше. Дальше его тащи. Вот так где-то, ладно. Чтобы сразу и цепи вливались. И будь готов к тому, что у тебя за спиной будет появляться хуево тонна трэша. На постоянной основе. Трэш старайтесь не бить специально, то есть не надо его уешить. Когда его будет уже овер, то хуя, да, тогда мы будем уже с ним что-то делать. Демонические цепи, все демонические цепи. Моментально свичнуться, уничтожить. Максимально быстро. Для долбоеба оставлю место метки, чтобы все видели. Поуешьте немножко. Поуешьте. Дайте максимум АУЕ сейчас, чтобы быстро слить этих всех злобных бесов. Прямо максимум весь свой дайте, блять, они скоро захуярят нас. Аура на огонь у нас стоит? Нет, что-то, блять, я не вижу нихуя. Все, дальше играем в босса. Как только накопится много трэша, я снова скажу, надо будет снова свичнуться. Демонические цепи. Играем все в цепи. После цепей даем АУЕ. Разбиваем игрока, даем АУЕ. Блять, у нас прям по боссу, мы прям вообще не по ДПС. Давайте АУЕ дали. Еще в 9 человек, сейчас вообще весело. Ну, пиздец. Типа осваивать топ-контент без одного игрока, блять. Спасибо тебе, мораль. Нихуя не сказать. Все, давайте по боссу. Клива просто там. Паладин можешь подрубить нахуй свою печать, ебанутый ауешь. Не забывай, главное, киврека убери его. Фиряй. Зафиряй его куда-нибудь в угол отсюда. И там, соответственно, дай ему покаяние. Веди, бьется, уведи. Ты уберешь, блядь, этого ебаного киврека. Вот, он вообще нахуй здесь стоять не должен. Там ему покаяние где-нибудь дай. Сейчас будут демонические цепи скоро. Уже они есть. Уже... Блять, я проебал нахуй. Бейте, пожалуйста, демонические цепи и дайте АУЕ. Все, даем АУЕ, разбиваем всю эту пачку нахуй. И дальше играем по боссу. Простите, да, что я забыл, я не видел. Демонические цепи. Играем в цепи. Почему, блять, ДБМ ебаный нихуя не аносит? Это ворот ебал, кто это сделал, блядь. Ебаный нахуй адмирал со своим ебучим ДБМом. Uh-huh. Горожан не может нормально настроить. Все, в босса играем. Не надо специально по трэшу. Больше по боссу дали. Я могу проебать демонические цепи, фары мне врубите, если они будут, а я вот сейчас демонические цепи играю. Да-да-да, благодарю тебя за дополнительный анонс, потому что я могу проебать. Интересно, у него есть персона? Дайте АУЕ сейчас. Напоминаю, да, после цепей сливаем быстренько трэш. Дали пару раз, блять, позаливали нахуй, все. Избавили нашего танка от проблем. Дальше играем по боссу. Все, прямо сейчас пересвичились, все. Демонические цепи. АУЕшкой немножко подровняли ситуацию. Все, давайте по боссу больше.
цепи играем. Сильно не заливайте, один раз прокастовали дождь, дальше бейте у босса, там трэша не так много. Ну, блять, в 9 мы точно не убьем гнева, прям 100% не убьем, и точно не убьем Лучезара, то есть шахмат, пожалуйста, взять. Аркана тоже, я думаю, в цепи играйте все. Рэка там, да, за контроль. А после цепей дайте пару дождей и в босса играйте. Трэша что-то хуя поднакопилось. Все, давайте по боссу. Давайте Геру, да. Бля, я вообще забыл про нее, что она существует. Демонические цепи, свечитесь. Не, ну шаман красавчик, ни разу не дал Геру сам. Типа, блядь, все по команде строго, но молодец. Один дождь пройдете, и все, и пересвечитесь в этого босса. Там пока Гера, надо подымажить его побольше. Не дай бог увидеть на копыте Берсуна. Если что, я с вами в рейд не ходил. А у него Берса есть 10-минутная. Ну, блядь, это пиздец, типа, ну. Еще 3 минуты забьем. Цепи все. А, давайте цепи, пара дождей в босса. Надо быстрее это все делать, блядь. Неприятно довольно. Давайте все, просто доделываем. Будут цепи, свищемся в цепи. И ауешить специально не надо больше. Максимум еще убиваем одни цепи, и надо уже добивать босса. Потому что я чую, блядь, что... Скоро может быть на 3 персер. Вот 2 минуты. Две минуты, последние цепи и все. А, там милики покливают, ничего страшного. Я думаю, танка не уронит. Тут не танк, тут... Где? Все в босса лупим нахуй до последнего. Даже если будут цепи, похуй, играем в босса. Все, и да будет конденсатор нахуй. Похуй на цепи. Блять, как... Да будет шляпа бесполезная. Ну, он танковский плащ. Нихуя, плащ, да. Вот этот посох на мишку, заебись. Ну хотя, блять, меткость. Коту можно пить, ну, медведям можно. Не знаю. Ханту, если БМ, тоже можно. Там крит нахуй не нужен. Ну, никому с тобой залезли, братан, бежим. Хант не заработал. Я забыл, что тут неожиданно появляются эти, как они... мобы вот эти невидимые ебаные. И, Слава, хватит там плащ разгадывать, поймай вот этих пацанов. Объясни им, кто тут главный.
Ну, ну мы сегодня, я так полагаю, если мы еще немножко трэша побьем, мы сегодня даже это докачаем, как она называется. Где там? Блять, зря я встал. Далеко бежать, пиздец. Репу можно докачать до 32 лица. Вот телепорт, кстати. Монолит. Телепортация. Там надо было командовать, походу. Заебись, блять. А я как дурак пробежал весь путь. Касочку можно на лок? Давайте сейчас поставим рыбу, да, и все бафы дадим, всю хуйню набафаем. Квазир, сделай рыбу, пожалуйста. На этом что, я не помню, какую-то хуйню юзает там, да? Сейчас я напомню, что тут у нас имеется. Так, если я помню правильно, этот босс, у него три коста. Самое хуёвое — это венец пламени, да. То есть самое пиздатое для нас. Не двигаться, да. Двигаться нельзя, да. Во время венец пламени никто ничего не шевелится, нихуя не делает, соответственно. Геру мы оставляем на фазу, когда будут ебаные элементали, там он в конце кастанет элементалей, воин разгонит их массовым эфиром, и мы под Герой вольемся в босса, попробуем его добить. Но они банятся и эфиряются, кстати. Я знаю, что они эфиряются и банятся, соответственно, я говорю, воин разгонит их, мы с потом с Квазивером парочку забаним. Соответственно, там пофиряем, быть может, посмотрим, чем по ситуации, что будет. Также он кастует, босс кастует дождь, вот так он вокруг кастует дождь, просто в этом дожде стоять не надо, видимо. Ну, видите, что рядом Близзард, просто из него отойдите, выйдите. Также он притягивает. В тот момент, когда он притянет всех, соответственно, Холи Паладин сам по себе дашь фридом, а Ретрик дашь фридом по суфу, чтобы хилы по-любому смогли убежать. То есть он всех стянул, вы даете фридом, и там, кто может быстро бегать, бежите быстрее, разбегаетесь, все стеночки прижимаетесь, все, он кастанул, дальше бьем босса, ничего такого сложного. Сейчас отойдите все от входа, я сейчас беса призову, спулю его, чтобы он завыделся, зайдем, потом пизда постанем. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. И чё, он не будет выйдется? Ладно, он не выйдется. Они что-то переделали. Давайте все заходим тогда за порог. Все заходим. Не спуль, не спуль. Все готовы? Не понял. Не обязательно, чтобы всем были готовы. Окей. О, он пришел. Заебись, красавчик, сука. А мы уже босса спулили. Отец. Это, иди к Аркану, слышишь? Мораль, подходи к Аркану, блядь. Сейчас пойдем дальше. Косты старайтесь рвать его. Да, сбивайте ему косты, если они сбиваются. Венец пламени, никто не двигается, ничего не делает. Просто стоим, жмем свои 1, 2, 3. Кто двинется, тот пидор. Со всеми вытекающими.
это, мораль, ты когда подойдешь, прямо к двери прижмись, и тогда на притяжке он может тебя притянуть в комнату. От Близзарда просто отойдите от края. От края отойдите просто. Прижмитесь ближе к боссу, и все, ну. Он мимо пройдет. А мы какой квест сейчас делаем? Тень Арана, да? Тень Арана, да. Вот с этого пидора надо полутать, да? Да, там и мне интересно, этот сможет поднять. Разбежались Фридом, и все, что есть, все дайте. Все, как только он кастанул, возвращаемся. Возвращаемся, бьем дальше. Да не с пламени, никто не двигается. Можешь на него косноязычие повесить? Да, я повешу. Окей. Разбежались Фридом и там и так далее, и тому подобное. Кильте, диспельте, да, вот это вот все. Кто его кастанет, возвращаемся. Все, вернулись. Буря от краев отойдите, если рядом с вами будет буря. Хуя, он мне каз сбил, охуеть. Это что-то новенькое. Скоро, к слову, будут эти инферналы. Ой, не инферналы, а, блядь, элементарии ебаные. То есть помним, да, о том, что их надо разогнать, надо будет дать геру нахуй и так далее. Вот это вот все надо будет сделать. Венец пламени, никто не двигается. Забанить можем. Давай пару забаним. Пару забаним, но так, чтобы не двигался никто. Продолжаем бить босса. Давай Геру убьем босса, похуй. Че, лемов не будем бить? Он их еще не будет звать? Не надо бить. У нас двое забанены, двое это. Разогнать можно будет ферм. Я попробую фернуть еще одну. Типа да, смотри, второго фиряешь. Одного банишь, второго фиряешь, понял? Разбежались. Бля, пизда, диспельте меня, я сейчас умру. Все окей. Че, Сири, давай. Сейчас кастанет. Все, кастанул, сбегаемся в обратку. Позира нет. Вроде стоял там же, где и всегда. Что, ждать сместил. Продолжаем бить в этого, сейчас будет больше элементалей, он, возможно, еще одних, к слову, вызовет. И тогда нам будет вообще не классно. Надо дать ДПС этого, подними, Квазивера не подними. Мне надо, чтобы этих мобы контролировать. У него КД, он, по-моему, хапал резал. Окей, класс, блядь. У нас хапал еще умирал, я даже не заметил этого. Блять, как он заебал, он мне косты сбивает и все, пидор, нахуй. Главное, чтобы он еще одних этих элементалей ебучих. Нихуя. Смысл он что-то делать? Я вообще первый раз это вижу, это что такое? Я он нам припулился. Разбежались, диспейте. Бегите и диспейте, кто может диспейлить. Надо прям в угол зажиматься, блядь. А чё, где Лемы, они сами пропали, что ли? Да. Угу. Нихуя прикол. Мне интересно, почему он сел пить. Там еще 18% маны у него будет. Он, по идее, при нуле должен стоять.
пошло нахуй, короче. Венец пламени, никто не шевелится. Все, добиваем его, пока он стоит, блядь, кастуем. И после того, как он умрет, никто не двигается, пока не спадет венец пламени. Заебись, спался. Нормально. Так, что тут? Кожа, нахуй. И плащ. Хантом, может быть, убийца. Это не особо. О, дневник, дневник, полутайте все. Дневник, да, по квесту. Дневник все обязательно возьмите, квест предмет. Рестники только. Рестники, да. Базира. Ну, а чё рестники, блядь, там портал стоит прямо здесь. И поможет закосячиться, я не смогу поднять дневник. А, ну может быть, к слову, да. Поэтому поднимите. А чё, куда его сдавать, блядь? Внизу, да? А, вниз тому же пацану, вот у которого ты брал последний квест. Ему же и надо сдавать. И следующий какой будет? И куда идти, блядь? И следующий будет. Ты хочешь пойти сейчас сдать, что ли? Ну, а, да, на чё? На какой квест следующий просто? Вдруг мы босса будем квестовать? Блядь, не надо, никакого босса не будет. Потом сдашь. Пойдемте, пойдемте все на босса. Все идем на гнева. Потом в конце, после того, как мы закончим рейд, вы пойдете и сдадите свои квесты. Не, я к тому, что следующий квест нет, нет, на гнева. Ничего, никаких боссов больше не будет. То есть следующие квесты там какие-то другие вообще. Там что-то подобрать, какую-то хуйню, по-моему, помойную. Или что-то в этом роде. Заходи, Танч, по левому краю обходи прям. Вот этого иди дальше, иди. Не бейте этого. Идем дальше. Прямо вот за мной беги. Вот этого подбирай. Все, и выводи их отсюда, вот сюда. Вот здесь их будем запинывать. Соответственно, бьем целенаправленно в череп, потом добиваем второго. Не поднимайся там их дохуя, блядь. Они еще навтыкают. Дайте ему подсобраться немножко, сразу не лупите, подождите, пока хант нам пулит. Он вообще здесь? Или он опять проебался? Они вот. Все, все, вижу. Все, бейте. Блять, за то, что долго его не было, у меня до сих пор висит штанец. У меня тоже, поэтому. Пропиши АФК. Какой следующий босс? Гнев следующий. Самый такой, блядь, самый нахуй живучий. С ним надо будет долго побегать, там повозиться. Ну, вайпаться, разумеется, на нем не собираемся. Ты что, это кольчуга беспонтовая. Слышь, АФК пропиши. Не помогает, походу, нихуя. Ну, не похуй. Я хуй знаю, но ему похуй. Бегает от него. Ух ты, нихуя, это шоу. Не таунтится он. Он скрывался просто. Ну что за хуйня. Бегай, бегай. Вот этого, который слева, прям слева. Левого самого, вот этого, да, и все, и больше не надо никакого.
Все аккуратненько, так же по стеночке прямо обходим. Прям запрыгиваете, да, на нее. И вот так вот идем. Тут убиваем только правого. Проходи, проходи прям туда и правого вот этого захуяриваем и все. Второго не трогаем. Косты ему сбивайте по оказии, если есть возможность такая. Я на него проклятие повесил, вам легче будет. На следующем боссе обязательно наличие у всех класса, ну разумеется, кроме хилов, думаю, их это не касается. Все ДД должны быть под фласками, припоты тоже желательно бы выпить и так далее и тому подобное. Потому что босс очень долгий и крайне спасибо, блядь. Нахуй ты это сделал? Квин, воруй с них, бах. На зеленый луч у нас пойдет рекаунт. Правильно же, да, я понимаю, там ставится кто-то без маны, да, я правильно помню. На зеленый пойдет рекаунт, он будет там стоять нон-стопом. На синем будем меняться. Меняться будем, маг будет на синем стоять первый, по 15 стаков. Только у мага будет 15 стаков, он сообщает об этом. Соответственно, его меняю я. После меня может стать кто-то и по типу демона, или, ну, демон пускай станет. То есть меняемся втроем. 15 стаков маг, 15 стаков я, 15 стаков квазир, соответственно. А танк на каком? На красном? Танк ловит красный, да. Ты ловишь красный, получится три. У тебя две позиции должно быть. Соответственно, начинаешь ты. Начинаешь ты отсюда танчик, здесь ты танчишь. Соответственно, рейд бежит в ту сторону, в противоположную. Сейчас я, блядь, метку въебу, чтобы все понимали, о чем будет речь, на всякий случай. Бля, что-то 3D метки не работают. Что за хуйня? Про стаки потом еще раз поподробнее. Короче, да, смотри, подожди. Вот, вы от зеленого луча, играем от зеленого до зеленого. Соответственно, босс танчится сначала с этого края. Здесь танчится босс. А весь рейд отсюда перебегает в тот край. Но вот на вот этой перебежке обязательно наличие духа стаи. Это 100%, чтобы мораль была прям не обсуждается. Ты по-любому должен это нажать. Все, под духом стаи мы перебегаем в тот угол. Далее. Босс спулится когда, да, он побежит, ты его встречаешь там, то есть ты его уже слева танчишь. Соответственно, мы перебегаем сюда, и мы так бегаем из стороны в сторону, все, так босс закрывается. Про синий луч, напоминаю о том, что первый на луч становится Квин. Квин ловит синий луч, ждет 15 стаков и сообщает о том, что у него 15 стаков. Как только... механика, как поймать... Механика, у тебя появляется дебаф. Этот дебаф 15 стаков. Ренжу держать, скорее всего, надо, нет? Не надо нихуя. У тебя 15 стаков, ты говоришь мне, что у меня 15 стаков, я забираю с тебя этот синий луч. Как только с тебя спадают эти стаки, 15 стаков спадает с тебя, ты просто, не спрашивая никого, подходишь и забираешь луч на себя, понял? Как забрать? Просто подойди, пересечение, то есть тебе надо его пересечь. Только ты его пересекаешь, он на тебя падает, понял? Хорошо. Ты первый луч возьми, пускай они посмотрят, и все, на себе метку ебани, как его ловить. Все. К слову, Локи, вы можете организовать, точнее Лок, ты можешь организовать портал где-нибудь подальше, чтобы тебе было легче бежать. Соответственно, блинкуемся, дукстай у нас будет и так далее, тому подобное. Все должны быстро перебегать. Понимаем, да? Босс кастует, быстро побежали. Босс снова кастует, снова быстро. То есть вся механика босса, это надо выходить из луж, не проебывать стаки и вовремя перебегать. Кто затупит и не перебежит, тот долбоёб. Вот и вся история. Чекаю, поставь рыбу, пожалуйста. Рыбу сейчас я свиток прожму. Все, чтобы у всех было. Фласки обязательно, ребята, прям, блядь, 100%, чтобы у каждого была выбита фласка.
чтобы все бафы, чтобы все было четенько, нахуй. Здесь очень многое зависит от нашего ДПСа, потому что у босса есть герса, и она наступает довольно быстро. Если мы не дамажим, соответственно, мы въебываемся в герсу, и все, вообще у нас не классно. Зачекаем готовность вашу. Вот, все, давай, пуляй его. Как только он подойдет к тебе, по своей готовности пуляешь и ставишь его сюда в уголочек. Соответственно, РДД старайтесь держаться подальше. Подальше вот этого края, чтобы вам было быстрее перебегать в тот край. Они разве не меняют порталы Суицид? Кого не меняют? Порталы Суицида не меняют? Ничего не меняют, я хуй знает. О чем ты вообще? Лучи, смотрим, лучи. Где зеленый, где синий, уступаем лучи. Уступаем лучи тем, кому я назначил. Квин, забери свой луч. Быстрее. Я говорил, ты покажи им, блять, они не вдупляют, как его забрать. Квин, возьми у свой синий луч, ебучий, быстрее. Вот, просто пересечение, да, вот так, все, все. Да он в босса все лучи направляются. Блять, забери, босс... сука, свой луч ебучий, нахуй. Ты не отходи от луча, в луч идет в босса, луч идет, да, в босса. Вот, вот так, все, понимаешь, да-да-да, вот ты понял, да, механику? Все, только у тебя будет 15 дебафов, 15 стаков дебафов, ты говоришь об этом, я тебе меняю на этом луче. 15. 15 уже у тебя? Давай, да. Меняю. Меняю. Наверное, надо побольше. А, третий демон, подойди сюда тоже, к синему лучу поближе. Подойди, на 20 стаках меня поменяешь. Перебегаем, быстрее, бежим, 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 бежим все. Все бегом. Все прям в стенку всем упереться надо. Все, стоим, ждем. Как только босс кастанет, как только он станет активным, а вот пойдешь его стаунтишь. До этого момента никто не выебывается и не выходит, потому что он может кастануть несколько раз. У тебя дебафы спали? Да, сейчас возьму синюю. Поймаешь синюю луч, протанчишь 20 стаков, скажешь мне, на 20 будем меняться. Все, перед лучом прям агри его ставь. Да-да-да, отлично. Забери у меня, Квин. Пересеки его, чё не забирается, блядь. Сука, ладно, окей. Блядь, луч забагался, прикинь, не отдаётся, нахуй. Почему, я не понял. Может, у тебя дебаф? Не знаю. О, у меня дебаф. Изнеможение, пустоты, невозможность поглотить эффект. А демон, поменяй меня на синем. Здрасте. Втроем будем меняться, в общем, да? А следующий, соответственно, Квин будет. Из луж выбегать, охотник. Посмотри, чтобы там не доставало тебя точно лужа. Готовьтесь, каст. Готовьтесь, ждите каст. Да, ждем каст. 19-20. Побежали, все бежим, 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 бежим быстрее. Дух стая, все бежим. То же самое, упираемся полностью в стеночку. Че он не кастует, нихуя, я не понимаю. Да похуй. У тебя дебаф изнеможения пустоты пропал? Да, пропал, сейчас возьму. Все, тогда ты берешь сейчас. Блять, он не кастует, я не понимаю почему. Все, так да же, бей. Сюда его под луч ставь. Не кастует, нам же лучше, блядь. Хотя по факту он бы все равно никого не убил. Луч забирай быстрее. Угу. Выйди, 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 выйди из лужи. Ты чё, сука? Хпала подними, пожалуйста. Наверное, мышка скиллы тыкает. Залей ему инер сразу. Не пожалей. Ты чё, умер? Да. Он бросок только кидает. Так, ладно, я понял. Короче, надо будет... надо будет падать, это уже этот трай мы проебали. Че ты в луже стоишь, друг? Че вы в луже-то стоите, Аверн, блядь? Зашел в луже, типа выдыхаем. А, ну блять, ладно, окей. Давайте еще потренируемся, бежим. Бежим, бежим, чтобы люди немного подосвоились, потому что я смотрю. Да хули там осваиваться, черные лужи, с них выходите, все, блядь. Давайте дохнем, короче, все. Давайте, подойдите к боссу. Вот, дыхание пустоты, пускай бьет.
Давайте. Потому что рядом никого нет, вот оно и не кастует. Потому что мы быстро убегаем, да, поэтому... Ну так и должно быть, сука. Короче, ребята, мы все делаем заебись, но не надо умирать в лужах. И на синем луче, соответственно, человека надо прохиливать, потому что каждый стак его дамажит. 20 стаков вы должны прохиливать. Я понимаю, там Хапал умер, поэтому не прохил получился. К слову, Хапал умер в луже. Ну 20 стаков набирается секунд за 15. А он быстро пиздец набирает, да. Есть, кстати, лайфхак. Холипал может частицу кинуть на того, кто стоит на синем луче, и хилит танка обычными костями. Можно, кстати, и так сделать. Но он типа не умрет так. Вообще там ДЦ нужен. Он абсорбит очень сильно эту лужу. Да в луже вообще никто не должен, блять, урона получать. Там одна секунда буквально, она тебе... Один тик, он тебя никак не убивает. Два тика. Тебя два тика тоже не убивает. Тебя три тика убивает. Надо поймать три тика, чтобы тебя убило. А, у нас вчера шотало челиков. У нас хау шотало. Да это пиздобола, пиздобола какого-то шотнула, который не сказал, что он присек. В смысле? Это хау шотнул. Потому что хау пиздобол, нахуй. Справедливо. Блин, он, блядь, простоял 3 секунды в луже, нахуй. Абсорбил там, видать, нахуй, сам себя, блядь. И не понимал, что происходит, на. А потом, когда он умер, сказал, бля, ебать, лужа шотает, пацан. Ну, я сейчас раз кстати, без, на 40-м стаке лужа ваншотает одного тика. Ну, она шотит, это да. Там, а, на 40-м стаке ты имеешь в виду, когда на синем луче, что ли? Да. А, ну, блядь, я не думаю, что у вас хаус стоял на синем луче, блядь. Стоял на синем луче хаус. В ДЦ? Он хант. Он хантом писал, он суббота идет. Тогда может быть, согласен. Нихуя его по 40 стаков его ставили, блядь. Это нормально вообще? 40 стаков, да. Так в смысле, ну он встает на луче, стоит на луче. Блять, а хули тут телепортал не открытый, ебать? Сука, рот ебал, блядь. Мне вчера Криори больше нравился этому. А чё? Поставь рыбу в воде. Он что-то начинает говорить, я не платил, непонятно нихуя. Нам его сына видно, пошел нахуй. Поставь рыбки. Сейчас сын добежит до поста. А нахуй он нужен, блядь, ничего страшного. Он потом сам поест, да. Мы его персонально еще одну поставим. А че он бежит? Там же вроде телепортация есть, че он бежит-то? А он не шарит, мне нажать. Чисто смотрю. Это, значит, смотрите, нам открыли глаза на то, что можно стоять по 40 стаков. Но с учетом того, что у нас нету ДЦ, будем стоять по 30. По не, 30 стаков. У вас хапал есть частицу на того, кто стоит на луче, его не шотнет уже. Ты ну, типа, думаешь... если полипал будет, нон-стопом хилить, его не шотнет. В любом случае, я не хочу рисковать, поэтому давайте по 30 стаков играем. Втроем меняемся. Ура, 20 стаков, я по 10к получил. По 10к получал в 20 стаках? Ага. Давай по 20, ладно. По 20 нормально все меняется у нас. Не будем ничего думать. Единственное, что хотелось бы отметить, пожалуйста, не врать в лужах. Это единственное к вам просьба, блядь. Можем ввести некий стимул, блядь. Кто умрет в луже, тот долбоёб. Получит позорную метку трусы на весь рейд. Будет бегать с трусами на голове, блядь. Повесь её, наверное, пожалуйста, на рекаунту. Ты хочешь трусы себе на голову? В смысле, на. Я? Почему на, я? На. Пожалуйста. Повесь, наверное. Он хочет. Да, он мышки, он... скиллы тыкает. Такие но... клёвые стринги. Это все, ребятки, давайте еще свиток нажимаем. Цветок прожимаю, проверяю вас на готовность. Проверьте еще раз свои фласочки, чтобы все у всех было здорово. Чтобы никто нас не подвел вообще ни в чем. Паладин Паладиныч. Вам надо сделать немножко по-другому, чтобы шаман поставил тотем от огня, а паладин ауру от тьмы. Вы же без представления. Что, все там? Да, давайте так сделаем, потому что я вообще об этом даже, если честно, и не думал. Давайте, шаман зарядит тотем от огня, паладин, соответственно, этот, ауру. Сука, пулять нет. Нет, не пулять, у нас паладин еще дрочит там что-то где-то. Пиздец. Еще один чек на готовность. Волшебника, почему ты скиллы мышкой тыкаешь? Блять, нахуй ты АФКшишь, друг, ну ебаный стыд. Он что-то писал, нет?
Я не вижу нихуя. Ну, подойти надо, одну минуту написать. Да ладно, ждем, пока он придет. Он же тут ДПС выдает. Я кроме ветра ни хрена не усы. Все, вон он там что-то забегал, запрыгал, да? Там кливает, короче, я понял, ДПС выдает. Так, нахуй, стоп, остановите, пожалуйста, свой пиздеж, весь лишний пул идет. Давай, пуляй бойся по своей готовности. Занимаем свои лучи, быстренько разобрались. Помним, да, о том, что кто сдох лучше, тот долбоёб конченый. Блять. Чека, ща вверх умрёт. Вот 20 стаков, пожалуйста. Информацию озвучивайте. О том, сколько у вас стаков. Чисто мышкой трогает. Мага 20. Мага 20. Сменяю мага. Паладин таки ауру не сменил. Паладин, поставь, пожалуйста, ауру этим и бегом. Я простою до... Я до перебежки простою. Танк, блядь, алло. Хильте, хильте, танк. Выйди, 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 блядь, из лужи. Выйди из лужи быстрее. А его не дамажит же уже, нет? Фаза изгнания 5 секунд. Зарядились, побежали, бегом, 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 бегом. Почему танка не дамажит? А там вешается это тип, ну, тема на минус урон. Там минус, а, минус, да? 70%. Окей, все, я вам, я поверил. Я поверил, все, прижали стеночки, стоим здесь, курим. То есть у него хп уменьшается, его типа босс не шотает, и там минус урон. Я понял. Еще минуту не могу брать синий луч. То же самое история, 20 секунд не могу брать синий луч. Соответственно, демон идешь на синий. Как только с кого-то из нас спадет дебаф, забираем. ОПХ у него, дай. Чтобы он сразу на тебя пошел. Во, все. Все, дымажем, да. Разбираемся по своим лучам, демон на синий. А вверх, топор мышкой тыкай, давай. Красава. Ебальники свои офните, пожалуйста, во время пула. Ничего лишнего не хочу слышать. 18, 19. Паладин, собери, пожалуйста, ауру темную от мысли. 22, 23. Все, заберу тебя, заберу, заберу. Все, забрал. Следующий забирает, соответственно, Квин. С ружьем никто не свакает. Я простою до переходки, простою. На следующей переходке будешь ловить. 21 стак, хильте меня более-менее усердно. Побежали. Дух стаи хочу видеть. Бегом все, бегом. Кто не добежал, то чмо ебаное. Чмо, все красавцы. То чмо ебаное, плюсик в чат. Только ты помнишь, вот на этом месте, он где сейчас тотемы стоят, меня задело дыхание, когда босс стоял на том же самом месте. Там, смотри, там не знаю, где стоит. И если не успел добежать, то уже начинает сарказм. Давайте, разобрали свои лучи, бегом. Квин, берешь луч синий. Зеленый поменял свое местоположение. Обратите внимание, лучи свои разберите. Блять, сука. Квин, озвучишь информацию. Поменяю тебя я, луча. Двадцать стаков, и доменять. Меняю до перифазы. Соответственно, первый ловит демон на следующей переходке. Уже 15 стаков, поэтому не проебите меня. Сдохли два паладина. Блять, вы как смогли это сделать, блядь, ребята, ну? В одной лужище. Падайте, падайте нахуй в пизду, не хочу даже бить дальше, умрите все, да его. Вы в луже умерли или что, я не понимаю. Так что произошло? Они в одной луже умерли. Тупо братская могила. Блять, пацаны, ну в натуре вы что шутите, я не пойму. Блять, это был победный трай, мы убивали этого босса сейчас. Почему вы умираете в лужах? Что с вами не так?
можно либать. Чистый эпизодный лук. Давайте, пожалуйста, вот, блядь, руки из жопы уже достанем, блядь. Ну, давайте как люди, нахуй, сделаем все по-человечески. Побери себя в таргетал, сына. Сейчас, блядь, я в ахуе просто. Удивительно. Одна, сука, ебаная, блядь, вот механика, нахуй. Выйти из ебучей лужи. Никого не хочу хуесосить сейчас, да, но, по-моему, нормальный пацан сюда выйдет. Чисто ровный выйдет. Ну, так, они два паладина, ты чё, ебать? Ну, блядь, ну, блядь, мы убивали этого босса вообще без каких-либо проблем сейчас. То есть он чисто манекен. Только нахуй. Сейчас был 100% килл. 100% килл был вообще, прям 100 пудов. Я вообще не понимаю, что за хуйня. Типа такие идете, все, я еще говорю, давайте про хильты, говорю мне, пацаны, нахуй. Что там неплохо, блядь, а там хапа лежит уже. Ну, видать, анролить Т4 надо, нахуй. Кто в следующий раз умирает, Т4 не лутает, нахуй, вот и все. Да, нахуй надо. Кстати, а кто смотрит с этого, с Молчезара, или как там называется? Смотритель был в Т4. Паладин, Холи Паладин, который сейчас в луже умер. А он в Дискорде? Он прям вот, да. Блядь, разглядывал, видимо, перчатку, я не знаю. Для бесполезной лодки. Не погиб, нахуй. Ты лучше бы Квазивиру отдал на демона. А я никому ничего не... Я не Я не распределяю лути, у меня стоит группа для всех. А. Единственное правило в этом рейде, блядь, не лутайте, пожалуйста, не на свой спек, все. Все остальное порову. Если человек сролил, это его. То есть я не спрашиваю, зачем, блядь, ему эта шмотка. Он один раз был шаман, а не этот, а не лок. Найди, пока Холи Пал говоришь, что это ненужная шмотка на Холи Пала. Там лучше его фуло в сети гонять. Ну, блядь, значит, поставь рыбу, да. Убили весь ненужный пиздеж, только конструктивный диалог. Дайте рыбу сейчас. Свиток прожимаю. И не навсегда прожался, по-моему, Суф. Ты бы поймал свиток? Поймал, отлично. Иди похавай с нами. Ебать, увидели, он в невидимости ползал. Такой. Ему стыдно за нас. Но он не хочет, чтобы его кто-нибудь видел с нами. Сейчас все на себе проверили, все посмотрели, чтобы все были каски-хуяски. Все бафы вижу. Прожимаем готовность. Ставим. Поменяй пока. Разумеется, Альф. Че у тебя, друг? Каску дайте ему. Все у него есть. Теперь пуляй по своей готовности, Войт. Пожалуйста, сделайте все хорошо. Я вас очень прошу. То же самое, Квин первый на луч идет. Блять, я долбоеб беса не вызвал. Привет. Паладин. Паладин, там ты чё там, блядь, лужи дохнешь, что ли, сука? Стою до перифазы с лучом. Соответственно, прохильки меня, пожалуйста. Я что-то вот не вижу хила, у меня 50% уже очень. Ну, Лок, ты будешь дальше в луже стоять, купаться? Блядь, можно, пожалуйста, долбоёбов нахуй? Вообще, блядь. Фаза изгнания 5 секунд. Побежали все, дух стаи хочу видеть. Бегом быстрее. На следующей перифазе первый синий луч ловит демон Лок. Соответственно. Пожалуйста, проснитесь. Я, если вы сейчас умрете, нахуй, я, сука, хуесосить вас начну. Еще не хочется этого делать. Может, у них лужи не показывают там? Минималки стоят? Да, блять, у всех все видно, я так полагаю. Все то же самое. Демон первый идешь на синий. А красный где? Войт, 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 войт. Цебись. Ну, блять, я отдаю тебе, видишь. Демона на синем луче меняет Квазивер.
стоит до перифазы. У меня 13 секунд, я могу забрать. 20. 5 секунд. Заберешь, как только у тебя дебаф спадет, значит. Стоишь до перифазы. На следующей перифазе первый поймаю я. С лужами никто не тупит, уважаемый. То есть не надо просто разлобляться, блять, и уходить в медитацию со своим ДПСом, ебаный. Бегом. Убежали, бегом, бегом, бегом. Все быстрее, быстрее. Котик, там что-то потеряли тебя. Давай бегом. Все, отлично. Мастера прошли. Не надо ничего. Он не кастует. Не слушайте, пожалуйста, наставления никаких левых людей. Не, говорю здесь только я. Смотри, я, блядь, на книгах стою, нахуй. Блин, могу взять... То же самое, смотрите, поменялось расположение лучей. А я не могу поймать луч. У меня еще дебаф 25 секунд, поймайте, из трех кто может. У меня еще 30 секунд. Через 17 секунд я сам заберу у тебя. Поэтому стой, пока у меня не спадет дебаф. Напоминаю о том, что босс кидает лужи. Черненькие. Страшные. Больно бьют. Хпал. 22, так. 22, ничего страшного, я меняю все. Все поменял. Стою до перифазы с лучом. Вар. Бежали, побежали, побежали, побежали быстрее. Все бегом. Я могу поймать луч. Кто еще может? Может, демон. Демон лок. Ладно, давайте дадим демону подымажить. На этой фазе сейчас ловишь демон, ты первый. Если у Квина будет, не будет дебафа, он тебя поменяет. Ну все, вот поменяешь. Получается, первый демон, второй Квин. То же самое, до перифазы. На следующей перифазе буду я уже. Посмотрели расположение лучей. Войт, особенно обрати внимание на эти лучи. Напоминаю, черные лужи. Они, сука, где-то рядом, постоянно. Смотрим на землю. Немножечко подрассоситесь, пошире встаньте, чтобы одной лужей не накрыло нахуй всех и сразу. 15 секунд я беру. Заберет часть. Выйди, 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 выйди. 26. Ничего страшного, поменяет. Кильте его. Выйди, быстрее выйди. Сука. Поднимешь, дай ему БР, дай ему БР, пожалуйста. И он встанет, когда надо будет бежать уже. Или давай сейчас вставай, вставай, все. Побежали, побежали, бегом, бегом, бегом. Там ему на бафы идти, прям возле стеночки, когда встанем, там ему все ебало, на баф идти. Ну, так что да, не надо лучше так приставать, пораньше лучше. Маг, могу взять. Можешь взять луч, окей, бери луч тогда, я тебя поменяю на 20 стаках. Блять, 3 минуты до 40%. Что-то, блять, по-моему, мы не успеваем. Идеально все сделать, успеваете. Давайте нахуй, выйди из лужи. Я буду спамить вот эти слова постоянно, я так полагаю. О том, что черные лужи, опасные нахуй, они повсюду. Пожалуйста, обращайте на них внимание. Вы бьете босса, да? Вы смотрите лужа. Вот. Вы смотрите не на свои ебучие кнопки, а, пожалуйста, смотрите все под ноги. Забери. Это максимально важно. Сколько стаков? 30. 30 стаков, что ты молчишь, блядь? Меняю. Меняю, стою до перифазы. Лужа.
Да, мы успеем. Успеем. Если все четенько, если прям никто не сдохнет. После этой перебежки надо будет Геру, наверное. Давайте, бегом. Бегом. После, да. А смотри. Хорошо, что ты. А. Поставь сейчас Ханта на синий луч, дайте Геру, и он убьет босса. А что, Хант ебашит, что ли, почти? Ну, экзекьют фаза там будет. Типа, ну давай, окей. Возьми, Альф, возьми первый, постой. 30 стаков, постой. Будет Гера, тебе все будет. Не-не-не, сначала ты постой, а потом уже Ханта поставь. Хорошо, давай на экзекутку прям на 18 где-то процентов. 20, ровно 20. Ну, я знаю, что 20, но я говорю 18, потому что нахуй, чтобы его не убил синий. Разобрали свои лучи, я забираю первый синий. Забрал. Альф, подойди к синему, заберешь потом. Не забываем про синенькие лужицы. Ебашь Геру прямо сейчас, ебашь Геру уже. Забирай у меня, все, забирай. Забирай и давай нахуй ему поебалу, чтобы он там побыл. Выйди из лужи. Все, все, давайте четенько. Никто в луже не должен умереть. Скажешь морали, если у тебя будет прям дохуя вообще стак, прям дохуя, прям дохуя. Mm-hmm. Или давай мы тебя положим, давай положим тебя, хуй. Кильте его как вне себя, нахуй, как в последний раз. На Ханта, а берса будет 30 секунд, да? Кильте его до конца, перебегаем, не успеем добить, перебегаем. А не, бейте, 20 секунд, сука. Пизда, блядь, не успеем, бегите, все, отбой. Мы не успели. Там ну, если... я... Если прям за спиной стоять, она, по-моему, не кастует дыхание. Ну, на экза так было. Ну, блядь, пизда нам, все. Там да. Уже берса нам никак ничего не сделать, мы не успели. То есть нам надо было сейчас просто бить. Я, видишь, я затупил, короче. Я, во-первых, нахуй не оставил их бить, а во-вторых, слышишь, блядь. А ты попробуй 40 стаков простоять, ну, первый, то есть пул, ты стоишь 40 стаков, а потом стоит, допустим, какой-нибудь ДПСер. Который... Все, сейчас мы его убиваем, блядь, я извиняюсь, туда трать запрол я, все-таки надо было просто вам сказать, чтобы вы его били, нахуй. Там, смотри, после 30 стаков, если под тобой лужа появится, там почти 25 кусков урона пролетело, при том, что у меня демон если, 25 стаков. Тихо. Если лок стоит, он может тыкнуть заслон магии, то есть когда лужа появляется, если ты на реакции, ты можешь кинуть заслон магии, тебя не шотнет лужа. Там никогда. Не будет такой реакции, откуда ты. Не будет, там лужа появляется, она сразу тик наносит. Да, там один тик и все это отъехало сразу, так что, блядь. Там, да и заслон магии это тоже, блядь, это не панацея, это не баба она. Ты его урона. В любом случае он сейвит от синего луча, он сейвит от лужи, он типа от всего сейвит. Все, в этот трай мы по-любому убьем уже. Сейчас мы сделаем все так же красиво, но я не затуплю, и все будет четенько. Я просто извиняюсь, я реально хуйню сейчас сделал. Колдун, покажи ЛС Дорфана. Че ты дал? Колдун, нажми на ЛС. Не забей, я просто профиль прошел, там красиво выглядит. Ага. Ты лучше посмотри, как он мышкой тыкает на кнопку G. Да, я тоже бывает тыкаю на кнопку там. Я не помню, как было. Мне никогда не бывает мышки. О, альта боится тупо стоит, тапки нажимает. Я не удивлюсь, если он сейчас доту сидит играет на мид где-нибудь на эсэфе. Как тебе с этим прочность 1%? В лобби сидит на заикце, короче. Колдун, а ты фон включил, колдун? Вруби микрофон, колдун. Колдун, вруби микрофон. Питер, ставьте микрофон. Поставьте джинсы, у вас вар сломанный. Сейчас я поставлю. У него 1%. Короче, после этого трая надо будет отойти на пару минут. Хорошо. Сейчас мы убьем его и пойдешь покуришь. Ебать. А, так это Илвуи, у меня тоже. Это, слышишь, кто там сидит, тоже. Это, можете в ГБ, блядь, два камня напилить, блядь. Возьмут тут, пацаны мне передадут, блядь. На стамину, блядь. Зацепил на рабочем столе Майнкрафт, тупо. Он майнкрафтер у нас.
как колдун-майнкрафтер. Че, забудешь там два камня? Блядь. Да, сейчас, давай сейчас закину. Колдун, заходи в Майнкрафт. То я, блядь, две шмотки выбил и хожу два камня. Сейчас, блядь, куплю их, закину прям. Либо я не хочу навары закрафтить. А есть кто-нибудь желающий, кто хочет Ульду-10 закрыть с бисовым 190-м ФДК на Аверне? Готовность проверяем, рейды. Я хочу сходить. Отлично, пойдем. Когда? Сейчас, после Вольт-Гаража, наверное. Ну, вот я магом пойду. Так, все, Войт, пляешь по своей готовности, левый пиздеж весь вали из чата, пожалуйста. Давайте не обосрёмся, пацаны. Смотрим, где лучи. Синий первый квин пошел. Напоминаю о том, что черные лужи. Черные лужи, они есть, они будут. Прямо сейчас зеленые, блядь, сука. Выйди, выйди, выйди. Опять я без беса пуляю. Что, блядь, за хуйня? Я тоже такое было, это нормально. Когда на другом классе играешь. Я забываю, нахуй, я за этого лока уже нихуя играть не умею, разучился. Квин, сколько стака? 25, хорошо, не хоть ты кричишь, что тебя никто не слышит, меняю. Стою до перефазы, соответственно. Не забываем про черные лужи, не упираемся в свой ебучий ДПС. Это трасс 100% победный. А у вас танк БДК? Да, фаза изгнания. Побежали, побежали. Все, все бежим, бегом. Квин, есть дебаф? Есть. А демон ловит. Демон ловит первый, соответственно, Квин его меняет. Как только с тебя спадет дебаф, сразу можешь его менять. Ну или не сразу, у него будет 30 стаков, у него 60 секунд. Авер, ты бесполезно. Все, посмотрели, обратили внимание, где ваши лучи все. Сейчас 95 колдыбин. Зеленый забери, все. Будет много. Напоминаю вам, пожалуйста, весь левый пиздеж нахуй уберите. Прости. Двадцать два стака, поменяю его, блин. 8 секунд. У меня спал дебаф, я меняю, все. Стою до перефазы, соответственно. Квин, в следующий раз первый будешь. Из лужи, сука, выйдите бегом. Пожалуйста, не упирайтесь ебалом в клавиатуру. Смотрите себе под ножки. Это гораздо важнее всего остального. Побежали. Дух стая. Все, бегом, 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 бегом. Все. То же самое, на экзекутке также Геру дадим, и я хочу, чтобы каждый на экзекутке прожал припод. Что-то мы бьем, пиздец, по 15% за 2 минуты. Ну да, так и есть, хуй. Так это потому, что вы меняетесь, если бы вы не менялись, вы били по 20. Mm-hmm. У вас так, типа... Квин, становись на луч, на синий становись. Я тебя поменяю на синий. Квин, забери луч. Ты что, не можешь? Убедите. Напоминаю о черных лужах. Повесь частицу на Квина и хили его. До перефазы Квина не меняем. Что у тебя там, жажда КД? 3 секунды истерия. Рекаунт, Квина, да? Квина прям хорошо хильте. Напоминаю про черные лужи. Квина хорошо хильте, потому что менять его никто не будет. Его шотнуло опять лучом, но... Поднимай вещи, ДПС нужно. Поднимай его. Побежали. Бегом, 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 бегом все. Бежим, рекаунт. И походим, мастерию. Куда ты ему стерию дал, я не понял. Давно уже дал. Там 5 секунд осталось. Я просто вижу, что он горит. Квину набафайте.
возьму луч. Я возьму сейчас первый луч. Меня поменяет демон. По 30 стаков. Мы все успеем, все у нас заебись, короче. Не надо ничего выдумывать, блядь. Как мы начинаем слушать какую-то левую хуйню, начинается хуйня внутри какая-то. Синий, словите, блядь. Да, все, я поймал. Сам же сказал и сам же забыл, но... Ну, у меня бывает, ничего страшного. Я долбоёб, не можно. Напоминаю про черные лужи. Вот, хорошо. Еще стою, ничего страшного, стою еще. Вот сейчас меняй. Напоминаю про черные лужи. Никто не стоит в черных лужах. А после перефазы Квин берешь первый синий луч. Соответственно. Его поменяет тот, кто бежим. Побежали. Его поменяет тот, у кого не будет дебафа. У меня дебаф на 2 минуты повесился. Поэтому, если что, у нас еще есть альф. То есть. Альф я тоже. Нет дебафа, вот отлично, ты поменяешь. Значит. Ханта лучше на экзекьют ставишь. Ну а чё, блять, он не может поменять сейчас, что ему мешает? У него спадет дебаф к этому времени. У него ДПС будет меньше, чем у лока. Ну, чем у любого лока. Я говорю о том, что если некому взять, получит. Ну, Аверна можешь поставить. Да все, заебали пиздец. Квин, сам переключен. Так, напоминаю про синие лучи. То есть синие лучи, блядь, черные лужи, короче. Тут все такое не очень. Сильно не уходи, да, вроде тебя не сильно там дамажит. Напоминаю, черные лужи, не проебываемся, ребятки, прям внимательно подножки косые смотрим. На синем там есть замена, вы поменялись, нет? 19 стаков. А, 19 стаков только, ага. Я слышу. Все, побежали. Чё на следующий? Жажда, что сейчас истерия есть? Я думаю, ну и в принципе у нас ДПС сейчас больше получается. Поставь ханта на синий, дай ему истерию, он заборстит, и вы снесете, короче, останется 10% примерно. На 20%, тогда получается, сейчас синий луч сейчас поймаю я. Меня поменяет хан. Соответственно, гера, истерия, вся хуйня, вот это вот все надо будет дать по моей команде. Ну скажите, короче. И прожать припоты, ребята, это важно. Потому что вы понимаете, да, что упираемся мы в ДПС сейчас. И синий, блядь, я его не вижу. Вот. Упираемся мы в ДПС, поэтому, блядь, это крайне важно. Давай Геру прожимай прямо сейчас. Все припоты отжали, прожали точнее. Чё, хан забрал луч, нет? Нет еще. Можешь ставить хан. Всё, давай ему истерию, забирай, хан, забирай меня. Давай ему истерию. Все, никто никуда не уходит, никакой больше перефазы, мы просто бьем до конца и не проебываем синий. Не проебываемся шоу? С черными лужами. Хан до конца стоит на синий. Никаких перефаз, никто никуда не убегает, прям бьем, похуй вообще. Только с черными не проебаться. Кто еще не прожал припот нахуй, тот черт ебаный нахуй. Бьем, ошибка, бьем лучше. Похуй. Если что, сокру можно дать потом, если дыхание будет. За спину уйдите. Танк. Давай за спину попробуем идти. Там в любом случае мы... А смотри, внутри не дамажит, прикинь. Потому что босс повернулся, блядь, пиздец. За спину вставайте. Там чисто если за спиной стоять, то не будет прикинь. Перебегайте. Так бирсы еще нету. Да, какая-то. ДБМ найдем. ДБМ пиздит, адмирал, сука, хуеплет, ебучий нахуй. Я ему ебало поймаю, разобью нахуй, он заебал. А, вот теперь перса, смотри. 2% мы не добили, да ну нахуй.
Сейчас, нет, до сих пор нету берсы. В смысле нету? Это не берса, что ли? Это не берса. Не-не, берса он шотает. А, ну блять, тогда нам надо было просто, сука, ебаный адмирал, ну, просто... Мы бы убили бы его два пула назад. Ну да сейчас было одну перебежку только по обычной сделать и... Как все, короче, блять. Так, кстати, я же говорил, типа на 10% отойти. Теперь 100% килл, потому что нахуй я долбоёб, я не знал, что адмирал долбоёб. Короче, я не знал нахуй, что адмирал нас наебал, поэтому... Возьми у КГВП, короче, этот ДБМ, он у них хороший. Нахуй он нужен, блядь. А он там хороший. Типа, прям тайминг в тайминг. Ну вот у меня их ДБМ, нахуй, залупа какая-то, не ДБМ. Ну скиньте кто-то, нахуй, ДБМ нормальный, блядь. Залупа. Скинь тебя в этот, мы посмотрим, что там у тебя за ДБМ, скинь нам его в эту хуйню. Да я и говорю, залупа это не ДБМ, тоже пишет 10 минут, нахуй. Блядь. Я думал, все пизда, ну, персан, нахуй, пишет. Что мы нихуя не сделаем. Тут оказывается, вон и чё. У тебя старая версия будет, наверное. Да хуй знает, ну я не знаю, блядь. Не, адмираловский он так и пиздит, потому что, блядь. Адмираловский рассчитан на X2, а не на это. Да, на X2 берса завышена. Ну, потому что там, во-первых, и босс занижен. Ну, там 7 лямов у босса. Конечно. Там даже не 7, по-моему, а 5. Блять, ну вот это, конечно, неприятно на самом деле, потому что, блять, мы бы реально бы убили бы его два пола назад и дрочили бы сейчас вот этой хуйни. Не, вот сейчас у КГВП, короче, в Дискорде есть ДБМ, который рабочий, действительно. Ну, то есть он прям секунду в секунду работает. Ну, который вот сейчас. Вот, извините. Значит, нахуй, если есть у тебя такой... Ну, типа, Войд, можешь скачать, скинуть им, я не знаю. Я просто не умею скидывать. Я бы скинул. Ставь рыбу. Все добежали, нет? Есть диалог, блядь. Кого лестницу? Ты где там? Вот он я, блядь, на полу. Блядь. Сейчас вот тебя персонально масухой подниму. Чтоб тебе стыдно было. Смотри. Короче, из пула... Свою, наверное, отдашь, да, так же. Блять, просто мне когда не говорят, нахуй, я проебываю истерию, я могу вообще не кидать. Я сейчас попробую все это запомнить, да, и озвучить. Потому что я тоже куплю, нахуй, уже пиздец. Смотри. Да что тебе надо, заебал ты? Когда лужи, короче, кидается на холипала, и вторая рядом тоже кидается, то третья лужа кинется тоже там же. То есть ты можешь стоять до 40 стаков. Ну, то есть сам. Да идите вы пизду с этими 40 стаками, слышь, нахуй, ты, блядь, как нас советуешь, так я рот ебал. Я? Ну, хуйня, блядь. Я тебе когда ничего не советовал. Готовность проверяю. Фласки обязательно на себе проверьте, все готовы, по своей готовности. По своей готовности пульнешь, соответственно. Все, делаем все то же самое, только, блядь... Помним, да, что берсы нету. Первый квин становится на синий луч. Что берсы нет, и у нас все четко. Опять я, блядь, у тебя зеленый забрал. Ты че, блядь, со мной не вот так? Вот со свитком рядом с синим, блядь. Свиток там, ебаните. А, да-да-да-да, сорян, ребятки. Я говорю, я тоже уже на дураках еду, но... Ты когда у тебя там стаки, ты говори, пожалуйста, быстрее, не быстрее, а громче, потому что... У меня уже 30 стаков. 30 стаков уже? Ну ты говори, блядь, значит, громче, потому что я нихуя не слышу. Ты же нормально говорил, у тебя все было четко с войсом. Стою до перифазы, не напоминаю о том, что черные лужи. Помним, да? Помним, смотрим, блядь, не забываем. Самая важная информация на этом боссе. Бежим. Двух стаи, все есть, все вижу. Все отлично, все бежим. У меня повесился дебаф. Квин, есть дебаф? Да, есть дебаф. Вот, отлично, отлично теперь слышу. Соответственно, забирает демон. Демон забирает первый, его меняет Квин. У него будет очень много стаков. Минут, штук 30 точно. Пока окей, ладно, хорошо. Значит, демона поменяет Альф. Мораль принял? Угу. Хорошо, все, поменяешь его.
Посмотрели, где свои лучи. Никто не проебывается. Напоминаю о том, что черные лужи. Самая важная информация в этом рейде и самое важное напоминание, которое буду озвучивать для каждой 5 секунд. Поменяю. Стоишь до конца, до перифазы. РДД, старайтесь занимать позицию дальше от стенки. Напоминаю о том, что черные лужи. Побежали. Бегом. После перифазы Квин пропал дебаф? Да, возьму луч. Отлично. Ты берешь первый луч, я тебе меняю. Ну вот, мы сейчас больше ему, кстати, снесли. Чуть-чуть. Не подходи. Без надобности. Он может второй раз неожиданно кастануть. Смотрим, где ваши лучи. Быстренько разбираемся. Напоминаю о том, что черные лужи. Забирай быстрее. Блять, ну отдай, отдай. Зачем ты дебаф? Не повесился дебаф у тебя? Брать. За этот один стак ебучий. Черная лужа. Двадцать. Все, сейчас заберу тебя. Поменял. Стою до перифазы. Напоминаю, черная лужа. Помним, да? Что черные лужи, они где-то рядом. Побежали. Побежали. Только не через лужи, пожалуйста, спасибо. Что, жажда у тебя в КД и серии 30? А, все, стеночку уперлись. У меня нету дебафа, я первый возьму синий луч, Квин. У тебя есть дебаф? Да, висит. Значит, меня меняет демон. Что там жажда у тебя? Истерия 8. Что, сейчас будешь свое отдавать? Напоминаю о том, что черные лужи. Помним. Помним, бдим, блядь, не забываем, нахуй. Демон, забирай уже. Забирай. О, еще и прожался, хорош. Напоминаю, черные лужи. Где-то сейчас еще кинет одну, как минимум. Это перфаза, да. Перебежали. Бегом. У меня есть дебаф. Квин, есть дебаф? Нету, могу взять. Отлично, ты берешь первый. Соответственно, демон, есть дебаф? Нет дебафа. Нету дебафа, значит, поменяешь его. Первый Квин, второй демон. Все, разобрались. Два раза так сбегаем туда обратно, нахуй, он сдох вроде бы так. Квин, синий, ты сразу заранее смотри, пожалуйста, где это все находится, чтобы не проебываться. Напоминаю о том, что черные лужи. Информация крайне важная. Двадцать стаков. Меняю. Не уже.
все. Стоишь до перифазы, соответственно. Помним, да? Лужи черные. Побежали. Все, все бегом. Что мало мы ему в этот заход сняли, пиздец. Кто-то, сука, халтурил. Дебаф висит, еще 50 секунд. А, первый синий заберу я. Первый синий заберу я. Квин, есть дебаф? 40 секунд осталось. А, демон, есть дебаф? А, нет, дебаф. Нету дебафа. Отлично, меня поменяешь, значит, на синий. А что, фонтан не будем ставить? Окей, да, все правильно. А, значит, соответственно, сейчас, как только появится синий луч, я постою. Давай этот, давай Геру, прожали все припоты и башим. Альф рядом со мной, просто постой пока что. Поменяешь меня, там додемажишь немножко. Все, давай, меняй меня. Это есть, Альф. Мораль, поменяй меня. Поменяй меня на синем. Дай ему истерию. Есть у тебя такая функция? Достанешь? Нет, ты что-то вредил. Во, хорошо. Все равно перебегаем, все равно бежим. То есть, помним, да? Черная лужа тоже. Пожалуйста, блядь. Сам чуть не затупил, нахуй. Все равно будем бежать. Похуй, версы нет. Все четенько. Ну, сейчас успеваем добить. Хотя по факту нет, давай побежим. Побежали. Все, не ебет нахуй. Я рот это все ебал, но. Это стопроцентный вариант, а тот вариант нихуя не стопроцентный. Поэтому лучше сыграем сейфово и 100% убьем этого босса. Пойдем дальше. У кого нету дебафа, озвучьте, пожалуйста. В общем, любой абсолютно человек, любой без дебафа, заберите синий луч. Что? У меня дебаф висит. Что, перса все-таки, что ли? Или что это? В натуре перса прикинь. А вы говорите, персы нету, ебать. Бейте, хули, нахуй, уже все, уже бить никому, прикинь. Значит, все-таки ДБМ работает правильно. И, соответственно, мы сейчас, сука, мы бы сейчас надо было добить, но... Блять, ебаный я лень просто. Бейте меня кто-нибудь. Можно мне, блядь, ёбнуть чем-нибудь по голове, я не знаю. Чтоб я хуйню больше такую не делал. Никогда. Зато обрати внимание, какая дисциплина. Поставьте, пожалуйста, этот. Поставьте. Выполняю твою хуйню. Да, блядь.